أحب الوفاء بشتى الصور، أحب الوفي الأمين الأغر، فأهل الوفاء كلون السحاب وحسن الربيع وماء المطر. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. حق لهر دت الله يزنو خلاص دت نرقلا الله تهزنو خلي قلاد رب رقلا الله تهزنو خل درت سيد رب رقلا نوكل الله تك بيرتوت بولكندا نشلا Мы восхваляем Аллаха, обращаемся к Нему за помощью и просим у Него, чтобы Он наставил нас на правильный путь. Прибегаем к Нему от зла наших душ и дурных дел. Кого Аллах наставит на прямой путь, того никто не собьет, а кого Аллах сбил, того никто не наставит. Самые лучшие слова — это слова Аллаха, а самый верный путь — это путь Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Наихудшими же из дел являются нововведения в религии. Каждое нововведение — это ересь. Каждая ересь — заблуждение, а каждое заблуждение ведет в огонь. Свидетельствуем, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствуем, что Мухаммад — его раб и посланник. А затем, каждое важное дело, с таких слов начинал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Сегодняшний урок, иншаллах, будет ответом на один из вопросов дедушки, который он отправил ко мне. Мавлид, дозволено ли его справлять в нашей религии или нет? О, дедушка, о, братья-мусульмане и сестры-мусульманки! Нет никакого сомнения в том, что наши сердца любят посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. И что самым любимым человеком для нас является посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Также нет сомнения в том, что мы стараемся следовать за ним, что он является для нас примером, что он является нашим имамом, и что он будет для нас заступником в судный день. В этом нет никакого сомнения. Мы должны любить посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Как сказал сам пророк, да благословит его Аллах и приветствует. «Не уверует никто из вас до тех пор, пока не полюбит меня больше, чем своего отца, своего сына, и всех остальных людей». То есть, если мы таким образом не будем любить пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то мы не являемся полноценными верующими. Не любить посланника Аллаха — это неверие. Тот, кто не любит пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он является кафиром. Мы приближаемся к Аллаху посредством нашей ненависти и вражды к человеку, который не любит пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Все мы должны это знать. Мусульманином не может быть тот, кто не любит посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Кто умаляет достоинство пророка и издевается над ним, да благословит его Аллах и приветствует. Также мусульманином не может быть тот, кто враждует и смеется над сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Они не могут называться мусульманами. Поэтому нет сомнения в том, что все мы должны любить посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Если мы говорим, что любим посланника Аллаха, то что является доказательством этому? Доказательством этому не являются слова, которые говорят наши языки. Аллах сказал в Коране: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, тогда Аллах возлюбит вас».
То есть, если они говорят, что любят Аллаха, скажи им, о Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Следуйте за мной, за пророком, и он возлюбит вас. Что является признаком того, что Аллах любит нас? Признаком этого является наше следование за пророком, да благословит его Аллах и приветствует. То есть, делать то, что он приказал, и оставлять то, что он, да благословит его Аллах и приветствует, запретил. В первую очередь мы все должны это понять. Поэтому кто не любит пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не может быть мусульманином. Кто издевается над пророком, да благословит его Аллах и приветствует, он не является мусульманином. Хукм человека, который проклинал пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является кафиром. Поэтому мы должны любить посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Любить религию, которую он принес. Соблюдать то, с чем он пришел. Возвышать то, что он, да благословит его Аллах и приветствует, принес. Мы должны трудиться, утомлять себя, воевать и умирать ради возвышения того, что принес нам пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Признаком того, что мы любим пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является наша любовь к его сунне, наша любовь к тому, что любил пророк, наше оставление того, что он не любил. Сподвижники пророка, да будет доволен ими всеми Аллах, старались следовать за ним даже в мелочах. Анас ибн Малик рассказывал, один портной пригласил посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, на обед. Портной поставил перед ним ячменный хлеб и суп из высушенного на солнце мяса и тыквы. Видя, как посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, ищет в супе куски тыквы, он любил тыкву. Сабит говорил, что он слышал, как Анас, да будет доволен им Аллах, сказал, «Если бы у меня была возможность мешать тыкву в каждую пищу, то, начиная с того дня, я обязательно бы это делал. Кушать тыкву не является ни сунной, ни ваджибом». Если даже человек в жизни не поест тыкву, он за это не получил бы греха. Только от того, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, любил тыкву, он с этого момента не переставал любить тыкву. Такими были сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Во всем они старались любить то, что любил пророк, и оставлять то, что он, да благословит его Аллах и приветствует, не любил. Поэтому Аллах возвысил их до такого уровня. Это небольшое предисловие, пока мы не перешли к теме Мавлида. Посмотрите на историю пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Когда пророку исполнилось 40 лет, он был отправлен с пророческой миссией. После начала пророчества прожил 23 года. Затем Аллах забрал его, да благословит его Аллах и приветствует, душу. После пророка был Абу-Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али, да будет доволен ими всеми Аллах. После них пришел Муавия, после Муавии все остальные сподвижники, после сподвижников пришли табиины, после них пришла эпоха четырех имамов, последним умершим из четырех имамов был имам Ахмад, да будет доволен ими всеми Аллах. Он умер в 241 году по хиджре. После них еще 100 лет мусульмане даже не знали, что такое мавлид. Ни пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни сподвижники пророка, ни табиины, ни последователи табиинов не знали, что такое мавлид. Откуда пришел этот мавлид? В Африке было шиитское государство, которое называлось Дауля Аль-Фатимия. Ахль-Сунна вынесла такфир этим фатимидам. Они называли себя фатимидами не по праву. На самом деле они были убайдитским государством. Они были убайдиты, последователями Убайдилляха. Отец Убайдуллы был иудеем. Он якобы принял ислам, придумал эту секту и распространил ее там. Все ученые были единогласны в том, что они являются кафирами, и что нельзя кушать то мясо, которое они порезали.
В 350 году они были первыми, кто сделал мавлид на пророка, да благословит его Аллах и приветствует. От них пришел к нам этот мавлид. Они, помимо этого мавлида, в течение года делали еще много праздников. Из этих праздников были Новый год, День Ашуры, мавлид, день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мавлид, день рождения Алии, мавлид Хасана и Хусейна, мавлид Фатимы, мавлид своего халифа, праздник в первую ночь месяца Раджаб, праздник в середине месяца Раджаба, праздник в начале месяца Рамадан, в середине и в конце Рамадана, праздник разговения, праздник жертвоприношения, праздник первой борозды, Рождество пророка Аисы и другие. Из этих праздников был и мавлид. Они впервые сделали его. Еще раз повторяю, ни пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни его сподвижники, ни табиины, ни четыре имама. Еще 100 лет после четырех имамов мусульмане не знали, что такое мавлид. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «И лучший век — мой век», то есть поколение сахабов, затем те, которые за ними, табиины, затем те, которые за ними, последователи табиинов. Эти три века являются самыми лучшими, сказал наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Люди, которые жили в этих трех веках, не знали, что такое мавлид. Если бы мавлид был благом, то они опередили бы нас в этом. Хочу спросить у вас, приближает ли нас мавлид к Аллаху или нет? Если вы говорите, что «да», приближает к Аллаху, послушайте, что говорит пророк, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Не оставил я ничего, что может приблизить вас к Аллаху, кроме как повелев вам это», то есть указав вам на это. Если на самом деле мавлид приближает нас к Аллаху, то в каком аяте и в каком хадисе говорится, чтобы мы делали мавлид? Ни Аллах, ни его посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ни сподвижники, ни табиины не приказывали нам, чтобы мы делали мавлид. О, дедушка, если кто-то не делает то, что они не приказывали, то вы его считаете заблудшим. «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Если является заблудшим тот, кто не делает мавлид, то пророк, его сподвижники и табиины тоже являются заблудшими. Или они, которые не делали мавлид, заблудшие, или те, кто делает мавлид. Невозможно, чтобы обе эти группы были одинаковыми. Те, кто делают мавлид, говорят: когда мусульмане увидели, как христиане отмечают Рождество Христа, мусульмане сказали, что если христиане возвеличивают Аису, то почему бы нам не возвеличивать нашего пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Исходя из таких соображений, мусульмане начали делать мавлид. Если мы говорим, что посредством мавлида мы проявляем благодарность тому, что к нам ниспослан пророк, да благословит его Аллах и приветствует, то мы тем самым утверждаем, что сподвижники пророка не были благодарны за эту милость, потому что они не делали мавлид. Где бы вы ни собирались делать мавлид, берете книгу якобы Ибн Хаджара, Аллах знает лучше, и читайте, что якобы Абу-Бакр сказал, что кто бы ни делал мавлид, возвеличивая пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то это для него лучше, чем раздать столько-то динаров. Также там написано, что Умар якобы говорил, что кто бы ни делал мавлид на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то это для него лучше,
чем освободить столько-то рабов. Усман якобы сказал, Али якобы сказал, клянусь Аллахом, нет ни одного слова, ни от пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ни от его сподвижников, где они говорят, что делать мавлид — это хорошо, проявлять радость, что хорошо раздавать что-либо в ночь рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Каждый год в день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, делать садака — это хорошо. Нет такого. Если вы говорите, что есть, то это клевета на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и на его сподвижников. Действия, слова пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников, написаны, ссылаясь на достоверные цепочки. Написано также, какие из этих слов и действий являются достоверными, а какие нет. Все это написано в нашей религии. Поэтому, если кто-то говорит, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал те или иные слова, то он должен показать, где это сказано. Если вы говорите, что сподвижники сказали, то покажите, где. Все слова сподвижников записаны. Где сказал Абу-Бакр? Где сказал Умар? Усман? В каких сборниках хадисов написаны их слова? Четко и ясно скажите. А если нет таких слов, то не возлагайте ложь на пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Кто преднамеренно возведет на меня ложь, то пусть займет место в аду». Не зная достоверность хадиса, нельзя передавать его другим. Нельзя рассказывать другим. Рассказывать все слышанное — это ложь, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Для того, чтобы стать лжецом, человеку достаточно только передавать дальше все, чтобы он не услышал. В нашей религии все, что сказано, закреплено достоверными цепочками. В нашей религии, как в других религиях, не берутся слова определенных личностей, если нет достоверного иснада. Если есть у вас доказательства, то где сказал пророк? С какого хадиса вытащили этот хукм? Это все вы должны рассказать другим. Это начало. Иншаллах, дальше расскажу слова ученых. Абдулла Аль-Хабаши сказал, «Мусульмане начали делать мавлид, когда они увидели, как христиане отмечают Рождество Иисуса. То есть получается, что мы уподобляемся христианам. Как можно оценивать такие действия? А действия эти оцениваются так, как следование за ними, как об этом сказал пророк. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, «Поистине станете следовать вы обычаям, живших до вас, пять за пятью и локоть за локтем. И дело дойдет до того, что если они проникнут в нору ящерицы, то вы обязательно последуете за ними». Мы спросили, «О, посланник Аллаха, ты имеешь в виду иудеев и христиан?» И он сказал, «А кого же еще?» Почему сподвижники пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не делали мавлид? Или же они любили пророка меньше, чем мы? Получается, что вы любите пророка, да благословит его Аллах и приветствует, больше, чем они? Так как в день рождения пророка вы делаете мавлид, раздаете милостыню. Этого не делали ни сподвижники, ни четыре имама. Вопрос. Они не делали мавлид из-за того, что они не любили пророка? Или же из-за того, что пророк не приказал им? Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не пришел к ним с этим мавлидом. Все, что не принес нам пророк из религии, это есть нововведение. Каждое нововведение — заблуждение, а каждое заблуждение — в огне. Как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Для того, чтобы понять, что такое нововведение, посмотрите на первый урок из этих лекций. Там я разъяснил, что такое нововведение, сейчас не буду повторять. Источником нашей религии является дорога пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и путь четырех праведных халифов после него. Из-за этого мы и не делаем того, что они не делали. И когда говорим, что нельзя делать в религии то, что они не делали, происходят всякого рода споры и конфликты. Для начала коротко разъясню, почему нельзя делать мавлид, а затем, иншаллах,
приведу слова ученых относительно этого. В первую очередь мы должны знать, что когда возникает спор между учеными, к чему мы должны возвращаться? Конечно же, к Корану и Сунне. Аллах говорит: «О те, которые уверовали, повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь посланнику и обладателям влияния среди вас. Если же вы станете препираться о чем-нибудь, то обратитесь с этим к Аллаху и посланнику». Когда возникает спор между учеными и вообще между мусульманами, судьей между ними является Коран и Сунна. Действие пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и его сподвижников. Поэтому, во-первых, объясню, почему нельзя совершать мавлид. А нельзя его делать потому, что пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не делал этого. Также он не приказал нам его делать. Сподвижники пророка не делали его. И табиины не делали. Табиины — это те, которые пришли после сподвижников. Самыми лучшими являются сподвижники, а затем табиины, их последователи. Не те, которые пришли после табиинов, последователи табиинов, такие как имам Аш-Шафии, Малик и другие. Они тоже не делали его. На протяжении трех первых веков после пророка, да благословит его Аллах и приветствует, так называемые «золотые века», никто не делал мавлид. Если было бы дозволенным, если был бы дозволенным этот мавлид, то они опередили бы нас в этом, потому что они были лучшими этой общины, как сказал пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Первыми мавлид начали делать те, кто ближе к куфру. Шииты-убайдиты. Шииты и убайдиты. Второе. Тот, кто делает мавлид, противоречит словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Остерегайтесь нововведений. Остерегайтесь каждого нововведения в шариате, у которого нет довода. Каждое нововведение — заблуждение. В другой версии хадиса говорится: «Каждое заблуждение в огне». Третье. Тот, кто делает мавлид, также противоречит словам пророка, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал: «Кто совершит деяние, на которое не было нашего указания, то оно будет отвергнуто». Дела в религии, на которые не указывал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, будут отвергнуты. Четвертое. Аллах сказал в Коране: «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам». Если мавлид относится к религии, то эту религию пророк, да благословит его Аллах и приветствует, к нам не принес. Если мы добавляем в религии то, что не принес к нам пророк, да благословит его Аллах и приветствует, то мы автоматически считаем ложью слова Аллаха, где он говорит: «Сегодня я ради вас усовершенствовал вашу религию». Пятое. Тот, кто делает мавлид, тем самым порицает пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Как сказал имам Малик: «Тот, кто внес в ислам нововведение, считая его хорошим, тот утверждает, что Мухаммад не передал послание. А Аллах говорит: «Сегодня я завершил для вас вашу религию». Если мы вносим в религию Аллаха что-либо, что не делал пророк, да благословит его Аллах и приветствует, расходуем на это много денег, готовим разные блюда и утверждаем, что это из религии, значит, получается, что такое хорошее дело не донес до нас пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Хотя мы его называем на арабском языке мавлидом, но на самом деле это справление дня рождения. В нашей религии нельзя отмечать день рождения ни пророка, ни кого бы то ни было другого. Справление дня рождения — это и есть уподобление христианам. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Тот, кто уподобляется какому-либо народу, тот из них». Христиане отмечают день рождения пророка, мир и мир ему. Мусульмане, подражая им, отмечают день рождения пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Тот, кто говорит, что нельзя отмечать день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он не является заблудшим. Он не отмечает его не из-за того, что он не любит пророка, да благословит его Аллах и приветствует, а из-за того, что этого не делал сам пророк. Кто говорит, что он не любит пророка, да благословит его Аллах и приветствует, он является кафиром. Если мавлид — это хорошее дело, которое имеет какое-то достоинство, если по причине мавлида будут прощены наши грехи, то получается, что мы осуждаем сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, которые, в свою очередь, не благодарили Аллаха за то, что к ним был послан пророк, да благословит его Аллах и приветствует.
так как они не делали этот мавлид. Значит, как вы утверждаете, они не делали уважения пророку, то благословит его Аллах и приветствует. Почему так получается? Потому что они не делали мавлиды. И либо они находились в явном заблуждении по причине оставления этих деяний, а вы на правильном пути, или же наоборот. Братья, субханаллах, подумайте об этом. Как может быть так, что те деяния, которые не считали хорошими, ни пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни его сподвижники, ни четыре имама, можем видеть хорошими мы? Субханаллах. 12-й день месяца Рабиуль-Ауль. Если бы эта дата была важна, мусульмане бы не разошлись относительно нее. Если бы день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был настолько важен, мусульмане не разошлись бы относительно этого дня. Никто на 100% не может сказать, в какой именно день родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Он родился в год слона, когда Аллах уничтожил войско, которое двигалось на слонах. Некоторые ученые сказали, что он, да благословит его Аллах и приветствует, родился через 2 месяца после этого. Относительно дня, когда родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, существуют серьезные разногласия. Ученые разошлись относительно того, когда родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. В начале месяца Рабиуль-Ауль, в середине или же в конце. Некоторые даже говорят, что он родился в месяце Раджаб. Мы не должны радоваться в 12-й день месяца Рабиуль-Ауль, потому что в этот день умер наш пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. Мусульман не постигла беда большая, чем смерть пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Если было бы дозволенным делать то, что не делали ни пророк, ни его сподвижники, то было бы разумным проявлять печаль в этот день, потому что точно можно сказать, что именно в этот день, 12-й день Рабиуль-Ауль, умер наш пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Большинство ученых единогласны в том, что в 12-й день месяца Рабиуль-Ауль умер пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Шайтан обманывает людей, и они радуются в этот день. Повторюсь, если бы можно было делать то, что не делали сподвижники, то в этот день нам стоило бы проявлять траур из-за смерти пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Для сподвижников пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не было дня тяжелее, чем тот день, в который умер пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Даже такой сильный и суровый человек, как Умар, да будет доволен им Аллах, когда услышал, что умер пророк, да благословит его Аллах и приветствует, у него ноги подкосились. Абу-Бакр, которого считали мягкосердечным, поднялся на мимбар и сказал: «Кто поклонялся Мухаммаду, то Мухаммад уже умер, а кто поклонялся Аллаху, то Аллах живой и не умрет». День, в который умер пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был самым мрачным и тяжелым днем для его сподвижников. Умар, да будет доволен им Аллах, когда ему прочитали слова Аллаха: «Воистину ты смертен, и они смертны», сказал, что как будто бы я до сих пор не слышал этот аят, хотя он неоднократно читал его, хотя он знал Коран наизусть. Настолько трудным был этот день. В такой день, вместо того, чтобы печалиться, люди радуются, делают мавлид под предлогом, что, мол, в этот день родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. В этот день умер пророк. В этих лекциях я специально не приводил фетвы Ибн Таймии, хотя их есть тысячи. Почему не приводил? Да потому что, когда вам приводят его слова, вы говорите, что он заблудший и тому подобное. Он является шейхуль исламом, да помилует его Аллах. Сотни ученых из числа шафиитского мазхаба и других мазхабов засвидетельствовали о том, что он является шейхуль исламом. Хотя это так, из-за того, что вы не любите его, из-за того, когда его слова я приводил, вы не признавали их, я до сих пор не приводил его слова. Я только сегодня приведу его слова, потому что вы наговариваете, что, мол, Ибн Таймия, да помилует его Аллах, якобы говорил, что если сделать мавлид, человек получит вознаграждение. Это называется тадлисом, подтасовкой. Тадлис — это когда занимаются подтасовкой.
Ибн Таймия в своих книгах в десятках мест говорит, что мавлид является нововведением, харамом, и нельзя его делать. И лишь только в одном месте он, да помилует его Аллах, говорит, что невежественные люди и те, у которых есть оправдание по причине их незнания, из-за своей любви к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, которые делают мавлиды якобы в день рождения пророка, проявляют радость в этот день, раздают милостыню, может быть, они получат за это вознаграждение. Не из-за того, что он сделал мавлид, а за их любовь к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Это касается тех, у которых нет знаний по причине их невежества. Это имел в виду шейх Ибн Таймия в своей книге «Иктиза Сиратуль Мустаким». Но в других десятках мест Ибн Таймия говорил, что мавлид является нововведением и что нельзя его делать. Я приведу вам его слова. Ибн Таймия сделал исключением незнающих людей, которые делают мавлид из-за своей любви к пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Хотя они сделали недозволенные действия по причине их незнания, они могут получить вознаграждение. Это имел в виду Ибн Таймия. Ибн Таймия, да помилует его Аллах, не говорил, что если сделать мавлид, то вы получите вознаграждение. И что делайте мавлиды? Наоборот, он говорил, не делайте мавлид. Мавлид является нововведением. Имам Аль-Факахани, он большой ученый маликитского мазхаба, умер в 734 году. Он также сказал, что мавлид является нововведением и нельзя его делать. Выдающийся ученый Ибн Аль-Хадж, Ибн Мухаммад Аль-Абдари, Аль-Фасий, Аль-Малики, умерший в 732 году в Египте в городе Каир. Он также сказал, что мавлид является нововведением, у которого нет основы, и нельзя его делать. Также муфтий Египта, шейх Мухаммад Бахит, Аль-Мутии, Аль-Ханафи, да смилуется над ним Аллах, сказал, что мавлид является нововведением, нельзя его делать. Имам Аш-Шатиби, да смилуется над ним Аллах, Абу-Тайиб, Мухаммад, Шамсуль-Хак, Аль-Абади, ученый из Индии, шейх Башируддин Аль-Каннуджи, тоже ученый из Индии. Это имена ученых, которые говорили, что мавлид является нововведением. Имам Аль-Факахани, да помилует его Аллах, сказал, «Я не знаю основания для этого мавлида в Коране или в Сунне, и нет никакого сообщения, что кто-либо из ученых этой уммы, которые являются примерами в делах религии и придерживались пути праведных предшественников, праздновали мавлид. За какими учеными следуют люди? Люди следуют за имамом Аш-Шафии, да смилуйся над ним Аллах, имамом Ахмадом, имамом Малик, имамом Абу Ханифой. Это новшество, бидаа, которое ввели те, у кого нет лучшего знания. Мавлид не является обязанностью, по единогласному мнению. Также он не является сунной. Сунной является то, что шариат считает хорошим, и за оставлением чего человек не получает наказание. Шариат никому не дает права делать мавлиды. Его не сделали ни сподвижники, ни табиины, насколько я знаю. Это будет моим ответом в судный день, если Аллах спросит у меня, почему я не сделал мавлид. Это является и нашим ответом, если Аллах спросит у нас, почему вы не делали мавлид, почему вы против этого мавлида, то мы скажем, «О Аллах, Ты не приказал нам делать этого. О Аллах, ни Ты не приказывал нам делать это, ни Твой посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ни сподвижники Твоего посланника, да благословит его Аллах и приветствует, не делали этот мавлид. То, что не делали они, нельзя делать, сказал Твой посланник, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому мы не делали этот мавлид. Так мы скажем Аллаху. А каким будет ваш ответ, о братья-мусульмане? «О дедушка, скажете ли вы, что, хоть не сделал его ни пророк, ни сподвижники, ни табиины, все равно он является желательным, и поэтому вы его делали? Если мавлид не делал ни пророк, ни сподвижники, то как вы можете узнать, является мавлид желательным или нет?» В нашей религии посредством нашего разума мы не можем узнать, что такое хорошо, а что такое плохо, что является хорошим в религии, а что является плохим. Мы узнаем через Коран и хадис. Как можно сказать Аллаху,
что хоть ты завершил свою религию и не упомянул в ней о Мавлиде, хоть его, Мавлид, не делал ни твой посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ни сподвижники твоего посланника, ни их последователи, все равно он является желательным, и поэтому мы делали этот Мавлид. Да упасет нас Аллах от такого ответа. Среди ученых нет разногласий относительно того, что Мавлид является нововведением. Даже таких ученых, как имам Ас-Суюти и Ибн Хаджар. Среди этих ученых есть разногласия лишь относительно того, хорошим это является нововведением или плохим. На первом уроке я подробно рассказал о том, что в религии нет хороших нововведений. Однако нет разногласий в том, что Мавлид является нововведением. Даже имам Ас-Сахави, который считал, что Мавлид является хорошим нововведением, говорил: «Совершение Мавлида Пророка, мир ему и благословение Аллаха, не передается от кого-либо из праведных салифов, первых трех наилучших поколений. Поистине, это было придумано после». Имам Ас-Сахави сказал: «Христиане взяли праздником ночь Рождества, в которой родился их пророк Иса. Поэтому мусульмане более достойны взять праздником день, в который родился их пророк Мухаммад». Опровергая эти слова, мулла Али Аль-Кари, да помилует его Аллах, сказал: «Я говорю, его слова можно опровергнуть тем, что нам приказано противоречить людям Писаний, не уподобляясь иудеям и христианам». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Противоречьте многобожникам». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал нам противоречить им во всем. Когда пророк приехал в Медину, он увидел, как иудеи постятся в день Ашуры из-за того, что в этот день Аллах спас Мусу от фараона. Он сказал: «Я более достоин благодарить Аллаха за это». Постился в этот день и сказал: «Если я доживу до следующего года, то буду поститься и 9-й, и 10-й день месяца Мухаррам». Даже в посте пророк, да благословит его Аллах и приветствует, старался противоречить иудеям. Также и мы должны противоречить им. Нельзя нам отмечать их праздники, будь это Новый год или другие праздники. У мусульман есть только два праздника – Айд аль-Адха и Айд аль-Фитр, Ураза Байрам и Курбан Байрам. У мусульман нет других праздников. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, когда увидел, как жители Медины празднуют праздники времен невежества, сказал: «Аллах заменил вам их лучшими праздниками – Айд аль-Адха и Айд аль-Фитр». Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, каждый год не отмечал день своего рождения. Наоборот, он в каждый понедельник постился. Когда у него спрашивали: «Почему же ты постишься в понедельник?», он отвечал: «В этот день я родился». Они говорят, что в день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, нельзя поститься, потому что этот день – день праздника. Два законоположения добавили в религию Аллаха. Первый хукм в книге «Маваббих аль-Джалиль» «Шарх Мухтасар аль-Халиль» сказано, что в день рождения пророка нельзя поститься, потому что это праздник мусульман, а в праздничный день нельзя поститься. А вы посмотрите на пророка, как он постился в день, когда он родился. Каждый раз, когда мы добавляем нововведение в религии, это нас отдаляет от сунны пророка. Является сунной пророка поститься в понедельник, когда родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. А они говорят, что нельзя поститься в этот день, потому что этот день праздник, а в праздничный день нельзя поститься. Вот до такой степени шайтан заблудил их. Автор книги Касталяни говорил: «Ночь рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, лучше, чем ночь предопределения, Лейлатуль Кадр». Субханаллах. Ночь, относительно которой не пришел ни один аят, ни хадис, ни слова сподвижников, лучше, чем ночь, о которой сказал Аллах: «Воистину, мы не спаслали его, Коран, в ночь предопределения или величия». Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения или величия? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Каждый раз, добавляя нововведение в религию, мы отдаляемся от сунны. Аллах говорит: «Воистину, мы не спаслали его, Коран, в ночь предопределения». Откуда ты мог знать, что такое ночь предопределения? Ночь предопределения лучше тысячи месяцев. Он говорит, что ночь рождения пророка лучше, чем ночь предопределения. Субханаллах. Нет ни одного аята, ни одного хадиса, а ее, то есть ночь рождения пророка, достоинствах.
Именно в какой день родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, никто не знает. Некоторые говорят, что в 12-ю ночь месяца Рабиуль-Ауль. Некоторые говорят, в 27-ю ночь. Некоторые говорят, что во 2-ю ночь. Среди ученых есть разногласия, потому что ни сподвижники, ни сам посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не придавали этому большое значение, потому что в этом не было для них никакой пользы. Если день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, был бы столь важным для мусульман, то как христиане начали свой календарь с рождения Христа, так же и мусульмане начали бы свой календарь с рождения пророка Мухаммада. Но мусульманский календарь начинается с того дня, в котором возвысился ислам, с того дня, когда пророк сделал хиджру из Мекки в Медину. С переселения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, мусульмане начали свой календарь. Умар начал летоисчисление с этого дня. Если ночь рождения пророка была бы таким важным днем, то с него бы начали писать. Если выделять ночь рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было бы обязанностью или желательным, то пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выделил бы ночь рождения других пророков, мир им всем, которые были до него, начиная с Адама. Потому что между этими пророками нет разницы. Аллах приказывает в Коране, чтобы мы не делали различия между посланниками. Следуя вашей логике, мы должны справлять дни рождения этих тысяч пророков? Если бы Аллах узаконил нам в качестве религии отмечать ночь рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, выделять его особыми видами поклонений, если бы это было таким важным, то Аллах дал бы нам это знать. Именно в какой день родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует. До нас это пришло бы с достоверным иснадом, с достоверным хадисом. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал бы нам это подобно тому, как он рассказал нам, как молиться, как поститься, как совершать хадж. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам даже, как заходить в туалет, с какой ноги заходить туда, какое дуа нужно читать, как очищаться, с какой ноги выходить, при выходе какое дуа нужно читать. Всему этому пророк, да благословит его Аллах и приветствует, как детей, научил нас. Точно так же рассказал бы нам, именно в какой день он родился, если отмечать мавлид было бы хорошим, желательным и дозволенным. Имам Аль-Факахани, да смилуется над ним Аллах, сказал: «В каком месяце родился пророк, в этом месяце и умер. Радость не предпочтительнее скорби, потому что мусульман не коснулась беда хуже, чем смерть пророка». Если им говорят, что нельзя делать мавлид, говорят, что вы не любите пророка, они не разрешают это, потому что они ваххабисты, они не любят религию. Кто больше любит пророка? Тот ли, кто говорит, что не будут делать то, что не делал пророк? Или же тот, кто говорит, что если даже этого не делал пророк, то я все равно буду это делать? Кто из них больше любит пророка? Аллах говорит в Коране: «Скажи, если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах прощающий, милосердный». Поэтому, дедушка, вот мой ответ твоему вопросу и ответ других ученых. Да, есть ученые, которые говорят, что мавлид можно делать. Мавлид является хорошим нововведением. Но я в первом уроке подробно объяснил, что в нашей религии нет хорошего нововведения. Когда возникают разногласия среди ученых, то ты прекрасно знаешь, дедушка, другие знают, куда мы должны возвращаться. Мы должны возвращаться к Корану и к хадису, и к тому, какой хукм ученые взяли с Корана и Сунны. Чтобы вынести хукм относительно того, что мавлид является сунной, нет ни одного аята, ни одного хадиса и ни одного слова четырех имамов. Каждый год, когда начинается так называемый месяц мавлидов, в нашем селе, кого называют учеными, встают и по микрофону утверждают, что у Абу Бакра, Умара, есть слова относительно мавлида, возводя ложь на пророка и на его сподвижников. Ибн Аль-Хадж в своей книге «Мадхаль» сказал: «Удивительным является то, как можно собирать людей, бить по барабанам и радоваться в 12-ю ночь месяца Рабиуль-Ауль, говоря, что в эту ночь родился пророк. Ведь именно в этом месяце мусульман постигла большая беда, то есть смерть пророка. Да, на самом деле именно в этом месяце мусульман постигла большая беда, смерть пророка, и мусульмане стали сиротами». Вы говорите, что Ибн Таймия разрешает мавлид. Посмотрите, что говорит Ибн Таймия. «Некоторые люди делают мавлид, либо уподобляясь христианам в праздновании дня рождения Иса, мир ему, либо из-за любви к пророку,
да благословит его Аллах и приветствует, и возвеличивая его. Может быть, Аллах даст им воздаяние за эту любовь и ичтихад, но не за новшество, которое они ввели, взяв день рождения пророка праздником, тогда как ученые разногласят в этом дне, то есть нет точного мнения по поводу дня его рождения. Поистине, этого не делали саляфы, в то время как это было возможным для них, и ничего им не мешало, если бы в этом было для них благо. Если бы это было абсолютным благом, либо преимущественным благом, то саляфы, да будет доволен ими Аллах, более достойны, чем мы в этом, так как они более сильны любовью к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и возвеличивание его, и они были устремлены к благому больше, чем мы. И поистине совершенство любви к нему и возвеличивание его, да благословит его Аллах и приветствует, проявляется в следовании за ним и подчинении ему, да благословит его Аллах и приветствует, в оживлении сунны его, в скрытом и во внешнем распространении того, с чем он, да благословит его Аллах и приветствует, пришел, и усердие в этом сердцем, рукой и языком. Это и есть путь первых опередивших, из мухаджиров и ансаров, и тех, кто за ними последовал с искренностью. Вы говорите, что Ибн Таймия разрешает мавлид. Юсуф аль-Хаттар и Аляви отрезали начало и конец слов Ибн Таймии и поставили их, якобы Ибн Таймия разрешает мавлид. Посмотрите, что он говорит. Если бы это было абсолютным благом или преимущественным благом, то саляфы, да будет доволен ими Аллах, более достойны, чем мы в этом, так как они были более сильны любовью к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и возвеличивание его, и они были к благому более устремленные, чем мы. Ибн Таймия говорит, некоторые делают мавлид из любви к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и возвеличивая его. Может быть, Аллах даст им воздаяние за их хорошие намерения. Какая вина у простого человека, который не знает, является ли мавлид хорошим или нет, который где-то услышал, что мавлид является хорошим, и тем самым обманулся и делает мавлид. Может, за его хорошее намерение он получит вознаграждение, говорит Ибн Таймия. Ибн Таймия дал им узру, оправдание, за их невежество. Они с хорошими намерениями и из-за любви к пророку делали мавлид. Ибн Таймия их оправдывает этим. А те, кто, зная, умышленно делает мавлид, они не получат никакого вознаграждения, более того, получат за это грех. В общем, это мой ответ относительно мавлида. А так, если глубоко посмотреть, то в самом мавлиде, в том, что там читают, можно найти очень много порицаемого. Более порицаемым является то, что они делают, когда читают «Мархаба, я мархаба». Почему они стоя читают? Они убеждены в том, что в это время душа пророка, да благословит его Аллах и приветствует, приходит к ним. Они туда стелят белую ткань, чтобы его душа остановилась, и, проявляя уважение к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, встают. Ибн Хаджар аль-Хайтами, ученый шафиитского мазхаба, хоть он разрешает мавлид, он сказал, за эти действия, то есть вставать во время мархаба, может быть, у простых мусульман есть оправдание, но не как у знающих. Вставать не разрешает Ибн Хаджар. В общем, я объяснил вам, что мавлид является нововведением, и нельзя его делать. А также в самом мавлиде тоже есть много чего порицаемого. Вот лишь некоторые из этого. Во-первых, это ложные хадисы, такие как, например, что посланник Аллаха родился обрезанным, родился с обрезанным пупком. Его мать не испытывала никаких трудностей, когда родила его. Все это недостоверно. Нет ничего достоверного относительно этого. Посмотрите, сколько противоречий можно найти у приверженцев нововведений. Ибн Хаджар говорит, что во время мавлида нельзя вставать, а Мухаммад ибн Али ибн Хисси аль-Маликий в своей книге «Тахзиб аль-Фурук» сказал, как сказал Зайнуд-Дахлян, когда вспоминают пророка, да благословит его Аллах и приветствует, нужно вставать. Когда вспоминают пророка, да благословит его Аллах и приветствует, нужно вставать. Некоторые даже сказали, что кто не встанет во время поминания имени пророка, то он становится кафиром. Субханаллах. Один говорит, нельзя вставать, другой говорит, что если не вставать, становишься неверующим. Такими бывают слова, которые не опираются на достоверный довод. Вы сами подумайте, сколько противоречий бывает, когда отсутствуют весы, посредством которых можно взвешивать слова.
А если у нас будут крепкие весы, как Коран и Сунна, то разногласий наших станет меньше. Мухаммад ибн Юсуф Салих аш-Шами в своей книге «Сиратуль Халяби» говорит, «Эта книга у нас в селе в мечети тоже лежит». Он говорит, «Привычкой тех людей, которые говорили, что они любят пророка, да благословит его Аллах и приветствует, было то, что когда возле них вспоминали пророка, да благословит его Аллах и приветствует, они вставали». Это действие является нововведением, у которого нет основы. Вот вам, приверженцы нововведения. Некоторые говорят, что если не встанешь, неверующим будешь. Некоторые говорят, что вставать — это нововведение. Откуда возникают эти разногласия? Эти противоречия являются последствием ложных хадисов. Они делают то, что не делал ни пророк, ни его сподвижники. Поэтому говорят, сколько нововведений будет внесено в религию, настолько же и отдалятся люди от сунны. Каждый раз, когда добавляется нововведение в религии, оно умерщвляет сунну. Более того, они говорят, кто не придет на мавлид аль-Бадави, даже не на мавлид пророка, то Аллах накажет его. Таким образом, после каждого нововведения добавляют другие, и таким образом заблуждаются. Также то, что является порицаемым в самом мавлиде, это то, что там говорят. Когда родился пророк, да благословит его Аллах и приветствует, его мама увидела его, как он поднимает на небо палец. Тоже не является достоверным. Также порицаемыми являются слова, которые читают во время мавлида. Например, «О посланник Аллаха, лучший из пророков, спаси нас от огня! О тот, у кого самое чистое происхождение!» Пророк умер 1400 лет тому назад. Даже когда он был живым, ни один из его сподвижников не приходил к нему с просьбой спасти его от огня. Сам пророк говорил, «Если уверуете в меня, то вы спасетесь из огня». А что касается нас, то мы через 1400 лет просим у него спасения от огня? Если мы будем следовать за ним во всем, тогда мы спасемся от огня. Если мы будем следовать за Кораном и Сунной, если будем делать дозволенное, оставлять запрещенное, тогда мы спасемся от огня. Даже если целый день будем кричать «О посланник Аллаха! О лучший из пророков! Спаси нас от огня!» Это не спасет нас. Взывай к Аллаху, Он поможет тебе. Направляй все свои молитвы к Аллаху. Проси у Него, чтобы Он спас тебя от огня. Иншаллах, Аллах спасет нас. Также в мавлиде порицаемыми являются следующие слова. Амина, которая родила пророка, да благословит его Аллах и приветствует, клянусь Аллахом, лучше, чем Марьям, которая родила Айсу. Субханаллах. После каждого мавлида вам нужно выплачивать искупление, каффара, за ложную клятву. Ни один из ученых мира еще не говорил этих слов. Эта клятва ложная, потому что эти слова противоречат Корану. Осознанно, кто противоречит Корану, становится неверующим. Из-за незнаний, может быть, у человека есть оправдание. Аллах говорит в Коране, «Вот сказали ангелы, о Марьям, Мария, воистину Аллах избрал тебя, очистил и возвысил над женщинами миров». А что касается матери пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то есть разногласия среди ученых относительно того, в раю ли она или в аду. Имам ан-Науви и большинство ученых говорят, что она умерла в неверии. Как так легко можно поклясться, субханаллах? Каждый раз, когда вы даете эту клятву, вы должны выплачивать каффара клятвы. Если вы говорите, что Хасан Афанди, написавший этот мавлид из-за своей любви к пророку, ошибся, то ведь вы не ошибаетесь. Вы ведь давно знаете, что это неправда. Это не Коран. Вырвите этот листок оттуда, вместо того, чтобы давать клятвы. Вместо того, чтобы обманывать простых, ничего не знающих мусульман, если вы не оставляете мавлид, то хотя бы оставьте эти слова. Грех за нововведение менее опасен, чем слова, противоречащие словам Аллаха и его посланника. Да благословит его Аллах и приветствует. Если вы говорите, что слова, которые сказал человек из-за большой любви к пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и их не взвешивают на весах шариата, если у него есть оправдание на это, то у вас какие оправдания могут быть следовать за его ошибками? Может быть, вы скажете, что он пророк и услышит нас. Он, да благословит его Аллах и приветствует, услышит наше приветствие, потому что есть ангелы, уполномоченные доносить наше приветствие пророку. Салаваты, которые мы читаем на пророка, да благословит его Аллах и приветствует, ангелы доносят до него.
а остальное пророк не может узнать. После своей смерти, что сделали его сподвижники, он не знал, как это пришло в хадисе, который передал Аль-Бухари. В судный день, когда некоторые люди подойдут выпить воду из родника пророка, ангелы не будут их пускать туда. На что он будет говорить? «Мои сподвижники! Мои сподвижники!» Ему будет сказано: «Поистине, ты не знаешь, что они сделали после тебя». Здесь речь идет о лицемерах и о тех, которые стали вероотступниками после него. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не знал, что сделали его сподвижники после его смерти. Вы даете пророку качество Аллаха, как будто он пророк, слышит все голоса, понимает их языки. Пророк не знал языки. Для того, чтобы писать письма к иудеям и христианам, он приказал Зайду ибн Сабиту, чтобы он учил их языки. А вы, некоторые из Дагестана на русском языке, на даргинском языке, другие с арабских стран на арабском языке, другие на иврите, просите у пророка, чтобы он ответил вам? Просите не только у пророка, просите еще у устазов? Какой разум может это принять? Ведь это качество Аллаха. Вы говорите, что мы не уважаем Аллаха, а сами поднимаете человека на уровень Всевышнего в его качествах. Как будто этот человек слышит голоса каждого и понимает их языки. Ладно, оставим пророка. Посмотрите, что вы дальше читаете в Мавлиде. Вы читаете там: «Абу-Бакр, Умар, Усман, Али. Ради Аллаха просим у вас, чтобы вы спасли Умму от огня». В то время, когда пророк будет в затруднительном положении, субханаллах, то, что не в состоянии сделать пророк, когда пророк находится в затруднительном положении, как Абу-Бакр, Умар, Усман и Али могут спасти хоть кого-нибудь? Что это за акида такая? Вы хоть подумайте о том, что вы говорите. Абу-Бакр, Умар, Усман, Али. Как смогут спасти того, кого не смог спасти сам пророк? Вы кричите: «Абу-Бакр, Умар, Усман, Али, ради Аллаха просим у вас, чтобы вы спасли Умму от огня». «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Когда пророк в затруднительном положении, как они могут спасти Умму? Вы говорите, что мы не уважаем посланника Аллаха. Это вы не уважаете его. Вы хотите, чтобы Абу-Бакр и Умар сделали то, что не мог сделать пророк. «Инна лилляхи ва инна илейхи раджиун». Умар, да будет доволен им Аллах, говорил: «Я хотел бы, чтобы все мои деяния, которые я делал до сих пор, не были за меня и не были против меня». Вы просите у Умара и Абу-Бакра, просите Аллаха, чтобы он вас спас, чтобы Умму спас. Помимо этих слов, есть еще много чего недостоверного в Мавлиде, который написан на даргинском языке. Я еще раз говорю. В общем, хукм Мавлида заключается в том, что он является нововведением. В шариате каждое нововведение — это заблуждение, а каждое заблуждение — в огне. Это первое. Второе. Помимо того, что сам Мавлид является нововведением, в Мавлиде есть такие слова, которые являются недостоверными. Есть сложные хадисы, а также есть слова, которые противоречат словам Аллаха. Одно слово, сказанное против Корана, — это неверие. Давать клятвы в том, что Амина, мать пророка, лучше, чем Марьям, мать Исы, это противоречит Корану. Осознанно противоречить Корану — это куфр. Будьте осторожны. Если до сих пор вы не знали и делали это, вам за это нет греха. Однако после того, как вы услышали эту лекцию, если будете читать этот мавлид и давать клятвы, что Амина лучше, чем Марьям, вы обязаны давать каффару, искупление за клятву, и делать покаяние. Искупление за клятву — это или нужно накормить 10 бедняков, или одеть бедняков, или освободить мусульманина-раба, или поститься 3 дня. Вы, обманывая людей, заставляете их клясться ложными клятвами. С этого мы понимаем, что все это не от пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Ни пророк, ни его сподвижники не делали этого. В любое время прочитать стих и восхвалять его — в этом нет никаких проблем. Но отмечать день рождения пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в месяц рождения пророка делать мавлиды — это все нововведение. Целый год рассказывай истории из жизни пророка, да благословит его Аллах и приветствует, рассказывай о нем, разговаривай о нем. В этом нет никаких проблем. Никто это тебе не запрещает. Если кто-то умеет писать стихи, пишите про пророка, да благословит его Аллах и приветствует, сколько хотите, только ссылаясь на достоверные хадисы. В этом тоже нет никаких проблем. Увеличьте свою любовь к пророку. Нет на этом свете человека более достойного нашей любви, чем посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Мы должны его любить,
больше, чем наших родителей, детей и самих себя. Если мы не будем любить пророка, да благословит его Аллах и приветствует, именно вот так, то мы не будем полноценно верующими. Языком говорить, что ты любишь пророка, да благословит его Аллах и приветствует, этого недостаточно. Должно быть следование, как вы читаете в Мавлиде. Вы сидите и читаете Мавлид, и даже не понимаете, что там написано. Вы за это не получите никакого вознаграждения. Даже если в словах, читаемых на Мавлиде, есть и хорошие слова. Но говорить «мы любим пророка», а потом не следовать за ним, то это пустое утверждение. Если ты говоришь, что любишь пророка, но при этом не следуешь за его сунной, это всего лишь пустые слова. Вот вам хукм Мавлида. Я не говорю вам, что нет ученых, которые утверждают, что Мавлид является хорошим нововведением. Есть такие ученые, и из них Ибн Хаджар Аль-Хайтами. Как бы они это ни утверждали, но то, что не делал ни пророк, ни его праведные халифы, не бывает хорошим. Все, что является для нас хорошим, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, до нас довел. Все, что было хорошим, сподвижники уже показали нам. То, что внесли в религию шииты. Кто бы ни утверждал, что это хорошее нововведение, оно не может быть ни хорошим, ни красивым. Какими бы неприятными ни были эти слова, дедушка, какими бы для тебя ни были эти слова, клянусь Аллахом, из-за переживания за тебя я говорю эти слова. Еще раз повторю. Из-за переживания за тебя я говорю эти слова. Аллах знает, кто из нас опередит другого. Но обычно старшие уходят раньше. Если я опережу тебя, хвала Аллаху, я уже довел до тебя. Упреки людей не причинят тебе никакого вреда. Порицание Аллаха и его посланника, да благословит его Аллах и приветствует в судный день, причинят нам намного больше вреда. Хвала Аллаху за то, что сегодня Он дал мне возможность разъяснить вам это. Инша Аллах, до последнего вздоха, Аллах прощает своему рабу, пока душа человека не дойдет до горла. Аллах прощает ему. Поэтому давайте сделаем покаяние и вернемся к Аллаху. О, братья и сестры мусульмане, если вы хотите принести себе пользу, не следуйте за обычаями, а следуйте за сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Куда сказал пророк давать милостыню? Туда и давайте. Беднякам, неимущим и сиротам. Постарайтесь поднять сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Какие бы трудности на этом пути вас не постигли, проявляйте терпение. Кто не может проявлять терпение во время трудностей, он не сможет понести эту религию на своих плечах. Аллах сказал в Коране, «Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили, когда же придет помощь Аллаха? Воистину, помощь Аллаха близка». Их постигали такие испытания. Их заживо закапывали. И пилой пилили их на две части. Железными расческами мясо отделяли от костей. Но они не оставляли свою религию. Такие мужчины и сегодня есть. Аллах сказал в Коране, «Или вы полагали, что войдете в рай, не испытав того, что постигло ваших предшественников? Их поражали нищета и болезни. Они переживали такие потрясения, что посланник и уверовавшие вместе с ним говорили, когда же придет помощь Аллаха? Воистину, помощь Аллаха близка». Помощь Аллаха близка к тем, кто проявляет терпение. Проблемы, которые постигают человека в этой жизни, бедой считаются, когда они постигают его религию. А мирские проблемы бедой не считаются, пока не постигнут его религию. Человек, когда попадет в рай, он скажет, «Порезали бы меня на куски на пути Аллаха, чтобы получить большее воздаяние». Когда человек оставляет сунну, проявляет усердие в нововведениях, стоит против тех, кто соблюдает сунну, издевается над сунной пророка, да благословит его Аллах и приветствует, будь это борода или хиджаб, все это огромная беда в религии. Из-за того, что человеку пришлось оставить село и сделать хиджру, это не считается бедой в религии. Если человека убьют на пути Аллаха, это не считается бедой в религии человека. Это наоборот, гордость в религии. Большинство посланников оставили свою родину и переселились в другие земли. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, рассказал нам о вознаграждении тех, кто был убит на пути Аллаха. Это все не считается бедой, это наоборот, считается победой и гордостью. Это называется шахадой, что в переводе значит свидетельство тому, что любишь религию Аллаха. Этим ты доказываешь свою любовь к религии Аллаха. Если тебе пришлось оставить село, и вообще этот мир, ради того, чтобы поднять сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и унизит нововведение, это считается честью и гордостью. Из-за этого не нужно жалеть.
Как сказал шейх Ибн Таймия, да смилуется над ним Аллах, что мои враги могут сделать со мной? Если меня убьют, то это мученичество, шахада. Если меня посадят в тюрьму, то мое заключение – это уединение. Если меня вышлют, то мое изгнание – это путешествие. Вот вам, мусульманин. Другого они ничего не могут сделать. Или убьют, или посадят, или выгонят. Если сможем терпеть на этом пути, рай ждет. Да поможет нам Аллах, о дедушка, и другие братья, чтобы всю оставшуюся жизнь работать на благо религии. О дедушка, подумай над этим. Да сделает нас Аллах шахидами на его пути. И пусть нас не обманывает эта дунья. Красоты этой дуньи обольщают нас. Мы не можем спать, если не получим хорошую прибыль на рынке. Братья, не в этом счастье и гордость. Гордостью считается наше попадание в рай. Для того, чтобы попасть в рай, мы должны израсходовать наше имущество и отдать наши души на пути Аллаха. Для того, чтобы попасть в рай, самый минимум, что нужно сделать человеку, это оставить нововведение, соблюдать сунну, делать намаз, держать пост, выплачивать закят. Для того, чтобы получить мизерную часть этой дуньи, люди ночами не спят, до утра за рулем сидят. Но чтобы узнать религию, даже к соседу не заходят. Чтобы не потерять свои деньги, с соседями советуются. У каждого спрашивает. А что касается религии, ему хватает то, что хватает имаму. Говорят, имам за нас отвечает. Имам за вас не ответит. В свою могилу ты идешь, ангелы к тебе придут. У тебя будут спрашивать ангелы, кто твой Господь, кто твой пророк, какая у тебя религия. У тебя будут спрашивать, почему ты не соблюдал сунну и делал нововведение. Это все у тебя будут спрашивать. Там вместе с тобой не будет ни пророк, ни устаз. Ты будешь один в мрачной могиле, и к тебе придут ангелы. Вместе с тобой там будут только твои дела. Когда человека забирают хоронить, за ним последуют три вещи – его имущество, родственники и его деяния. Его имущество и родственники вернутся обратно, а с тобой останутся только твои деяния. Твое имущество разделят родственники. Через некоторое время твои родственники тебя забудут. В мрачной могиле ты останешься один, вместе с твоими деяниями. Будь эти деяния хорошими или плохими, постарайся сделать наилучшим образом то, что останется с тобой, а не то, что разделят после тебя. О дедушка, да поможет Аллах тебе и мне идти по той дороге, которой довольны Аллах и его посланник. Также и остальным братьям. Да поможет нам Аллах усердно соблюдать сунну пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и оставлять нововведения, которые украсил для людей шайтан. Да благословит Аллах и приветствует нашего пророка, его семью и сподвижников. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.